Всем привет! Вы на канале Бла-Бла Фьюзинг. Показываю типичный обед кетозника. Это салат. Капуста в данном случае, зелень посыпана, все пищевыми дрожжами. Это очень вкусно. Не устаю кушать и радоваться. Так, это сальтисон домашнего приготовления, куриные желудочки. И запеканка, в данном случае это овощи с яйцами и твердым сыром. Дело в том, что все это немного отличается от новичка, который переходит на кето. В данном случае у меня добавлена двойная доза углеводов, то есть углеводов из овощей. В данном случае это тыква и морковь.